встал на первые два этажа, таль на похуй. Ну, очень редко прокаю, да, диванусы, правда, на первых этажах. Че он говорит? В мажь ей? Осуждаю. А, так вот что она орёт. Её хуярят. А-а-а! Блядь. Ты гандун или пупсик? Пупсик. Блядь, чат. Вы шо, блин, дурынды? Почему у него так мало урона? Дот билд равно мало урона, понял. Почему в чела попадает больше двух спарков, и он все еще живой? Один спарк должен попадать, и все, нахуй, шаттер сразу, блядь. Ел, химки. Будешь играть покер от Винлайна? К глубочайшему сожалению, нет. Очень глубочайшему и очень сожалению. Два дивайна вижу. Это причем на третьем этаже, не на четвертом. Плохо. Need to build маршрут. Ого, ничего себе. Спасибо большое. Мне тут принесли вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А я не особо голодный. Но я не хотел расстраивать Таню. Буду есть через силу. Нет, ты голодный. Ты голодный, блядь. Жри, сука. Подними вебку, покажи резолв. Так, а видно же, нет? Ты же видишь цифры. 81 из 330... А, из 321. 205 инспирейшена. Что? Может, видно? Опусти вебку, покажи жопу. Ну, вот это вот... Это вот некрасиво вот. Такое спрашивать. Бля, как же хочется фонтанчик попить. Ну, тогда амняма не будет. А мне надо, чтобы будет. Так, ну, сейчас, получается, по закону подлости у продавца будет... Дубликейт бун. Да ёбаный рот, опять эта комната. Говноедская, блять. Здесь есть шанс полутать амням. Поэтому мы идем туда. Увы. Сука, нечестный лучник, блять. Хочу ли я испить дерьма? Как-то не особо. Сюда. Нормально. Куда тапать билд, что можно? Всегда можно. Привет, Векта. Что кушаем? Макарошки с котлетками. Морковка корейская вроде называется. Или китайская, хуй знает. И салатик. Вот так вот. 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 Как, кстати, Molten Strike Sanctum себя чувствует? Molten Strike? Нихуя ты еще вспомнил. Я думаю, никак вообще, нахуй. Помните, я не хотел, мы на хосту решил проблему. Подсказали поставить вот такую хуйню. Качать вот это. Ну, в целом, неплохо. В общем, заебали со своим Torchlight максимально. Куча, блядь, игр всяких охуенных. Torchlight, Chill и Forced. Чем Торч плох, Pay2Win хуйня ебаная. Анимешная причем еще. Даже хуже, чем аниме, там вообще какой-то свой стиль. На последнем этаже, увы, не видно ни одного дивана. Увы, увы и ах, увы, увы, увы. Давайте я уже нормально доем, короче. Я все ем, 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 я уже, блядь, час ем, нахуй. Однако прежде всего вам нужно не это, а фонарик-проектор. Ведь какой бы ни получилась игра, всегда есть надежда на лучшее, если ваш путь освещают Фил Спенсер, Тодд Говард и Николас Кейдж. Еще лампами. Свиста не будет. Увы. КХ свой, да? Легко. Ха-ха. Достал ха-ха свой, да. Так, можно купить еще один релик. Вот эту хуйню я не хочу бегать. More damage, takes less damage. Хотя, да похуй, го пробежим. Много пробежал санктумов уже. Хуй знает, не считаю. Вопрос новичка, так сказал, поле на буншатере норм начинать. Полная хуйня, буншатер. No. Попробовал Lightning Arrow от Антона, сложно. Так, а что там сложного? Особо ничего. Дефолтный лукарь билд. Токинг как муха, мод с ощущением толком. Самый охуенный билд для новичка это всегда РФ. Билд, которому вообще похуй.
похуй, какая тыка в него будет лететь. Урона немного, а там и не надо. Там вопрос времени, смерть противника. РФ-билды самые охуенные для новичков вообще. Есть смысл задать лигу сейчас? Конечно, есть. Еще, блядь, 4 месяца выглядит. Оба! What's up? Так, ищу деньги. Деньги не найдены. Уви. Ой, байт-трек заиграл охуенный. Я что-то сразу не узнал. Я погромче сделаю, ебать, разъеб вообще. Фрекан охуенный. Такую музыку я очень люблю. Жаль, короткий трек. Я бы его еще раз дул, как минимум, на минуты две. Че, чатик, как делишки, рассказывай, че, кого, куда, зачем, почему, че, куда, кто, что, кого, за, кто, да, я, ты, мы, блядь. РФчик качаю, нормальная тема. РФчик, нормальная темка. Ой, блядь. Ты шеда собирал, хорошо получилось. Че, за сколько? Выбил татуху за 15 див, лик механики. Че, давай, че, дай татуха. Сакры торп! Охуеть. Сижу, охуел. Мне очень нравится. Я вообще для себя понял, что мне пиздец как нравятся дот билды. Настакать дохуя какого-нибудь говна и смотреть просто, как у чела хпшечка заканчивается. Бля, мне это очень доставляет. Хуя мувмент. А то, блядь. Ну, вообще, секичи, наверное, можно было взять. Я не беру, потому что сейчас мы берем диваны, и там будет сразу торговец. У торговца может быть дупликат реварды, поэтому я... Так, играем. О! Ты кто, блядь? Рарник со скрина накидал мне. Deal more damage. Она меня не уебет? Ну, вот и узнаем. Уебет ли меня босс со 100 мура? Как Poison Spark с санктами. Ну, я думаю, здесь Spark через бразики, ну, типа Cold Convert, игрался бы лучше, потому что в санктуме самая крутая деф-механика — это Frozen мобов, когда челбры стоят, нихуя не делают. Но, типа, и так заебись, вполне бегается вообще. Привет, First of All. Чуть больше двух миров. Самое дорогое. Ну, Mage Blood. Как же полет NTX классно ощущается. Где? Ну, это не совсем полет, это, типа, парит герой. Полет — это если б я там всякие пропасти и хгшки перелетал. А тут же немножко другое. Че, как билдец, приятно играется. Заебись. Мне нравится. Вот диваны солутаем. Сейчас, возможно, даже дабл реворд замутим через пакт. С первой еще намного, можно весь резолв слить. Увы, хуйня. Че там уже все, бострума? Она в стадию войдет 100%. Уви. Оба. Да ты заебал, хватало же нахуй. Дианоним по свету в окне. Нихуя ты. Спецагент. Не, ну мы знаем, что это химки, дальше сложно. Сложно. Так, после этого санктума пойдем постоим дилерюм. Да, перед симулем обязательно надо банку сделать арморную вместо МСа. Не видно, что там. Страшно идти в ванвей. Ладно, яйца. Яйца есть. Ладно, дорогохуенные. Как вылезти из дома, магазин за окном, из них парит дождина без перерыва. Люди до изобретения зонтика. А есть еще более читерская хуйня. Это дождевик. Да, он выглядит не очень, но ты ебать тоже не на показ мод идешь. Проходить амням на стриме. Так это же донатная хуйня, блядь. А меня эта хуйня убьет? Мне сейчас 81 резолва. Меня убьет эта хуйня? Шарит кто? Тут ебать хорошую предлагают просто. Ща проверим. Ловко ты это. Проверяем. О, не зря. Лес дэмэдж остался. Мне кажется, она инспирейшн сожрет у меня просто и все. Не. Даже если я умру, уже не зря. Дивайн полутал, потому что с проверки хуйни. Проверка хуйни на хуйню. О!
Так, значит, как идем? Вот так, вот так. Да, и надо до верха добраться. И туда, и сюда не получится, увы. Ну, поверх тогда идем за двумя еще. Сюда везде. Лига хороша. Контент текущей лиги просто хуетень вообще. Там Maybe Baby кавер уже не вышел. Кидай, послушаем. Ну только с видео. Ну началось. Протянул руку, откусили жопу, блять. Это и есть ам-ням. Ор выше гор клип. Так. Айлэй, маскарбинка, Maybe Baby. Принцона. 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 Голубые волосы развивают ветер. Все понял. Они и не заметят. Да болтала с первым и второй не позвонил. Все понятно. Кому-то, что он такой один. Maybe, maybe, baby. Маленькая стерва. Мини-дизелэнди. Главная принцесса. Она смотрит и хочет такие же косички, но не знает, что мне их запретает ее бывший. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше сеть на свете. Губы потом спалили, девочка аскорбинка. Мальчик, не садитесь, это так некрасиво. Ладно, чат. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше сеть на свете. Губы потом спалили. Просто ладно. Мальчик, не садитесь. Это так некрасиво. Принцона, 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 принцона. Вокруг френдзона. Обрезываю губы, пальчик падает со скейта. Попробуй не заметить, когда я рядом иду. Я научу курить. Хорошая пиздец. У твоей подруги плеере бэйби фейса. Мэйби бэйби с бэйби фейсом. От плеере Мэрин Бэнсон. Малышка, я склею твоего старшего брата. И он будет на меня тратить деньги вашего папы. Мэйби бэйби, мэйби мэйби бэйби. Лучше твои детки. Ладно. Губы поступали, на девочка аскорбинка. Мальчик, не соберитесь, это так некрасиво. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы поступали, на девочка аскорбинка. Мальчик, не соберитесь, это так некрасиво. Принцона, принцона, принцона. По моим щекам стекает голубая тушь. Бегаем по крыше вместе с рыжей тату. Maybe, baby, браво, тут все звезды, это фул. Твою бу на рынке выбирает свежий лоб. Мой эмо-террорист, нас пытались затыкать. Эмо-террорист, зона, понял. Это бонус, значит, скоро будет взрыв. А если кто-то думал, вы нарушили закон, то нам не привыкать. И Мэйки про клетку знает все. Maybe, baby, maybe, maybe, пошло, baby. Пошло, 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 нихуя рыв, блядь. Лучше всех на свете. Губы пахнут малиной, девочка аскорбинка. Мальчик, не соберитесь, это так некрасиво. Maybe, baby, maybe, maybe, baby. Дорого вышел клип. Лучше всех на свете. 5 секунд. 5 секунд в обучалке ебаной, судя по всему. Ссылку, да, конечно, пожалуйста, вот. Кидали же, блядь, в чат, вы чё? Вам похуй, пока на стриме не покажут, типа, это чё? Так, фонтан нельзя пить. Тудой нассали. Чё-то я вспомнил сейчас, как меня родители отговаривали идти купаться куда-то по какой-то причине неизведанной. Говорили, ой, там, сегодня не пойдем на пруд купаться, там, мальчик написал, в новостях писали, там. Ну ты ж мелкий такой, тебе лет 7-8, ты такой, бля, фу, не буду в санье купаться, блядь. Блядь, все, одна комната теперь в игре. Right version можете заранее кидать уже. Тут уже, блядь, обычные треки такие не воспринимаются. Че за черные тучки? Здорово, Назарчик. Это Спарки. Poison Спарки через оккультистку. Дорого, пиздец. Увы. Что-то я загляделся немножечко. Немножечко загляделся. Симуль. Когда-нибудь, да. Не забуду. Капитогон ФРМ, подам миру на человека. Там даже почти 2,5 вышло. Ничего, когда-нибудь Яндекс.Музыка задумается гачи треки добавить. А, я вообще слышал какие-то гачи треки на Яндекс.Музыке. Там же проскакивало что-то. Это же противоречит семейным ценностям.
мемасы противоречат семейным ценностям? Ты на полном серьезе думаешь, что гачи-музыка — это пропаганда? Ебать ты конченый. Жаль, канал мне нравился. Да, так я до сих пор пересматриваю старые выпуски Птушкина. Вообще супер охуенно сделано. Ну, блять, вот ебаная политика, пиздец. Хочешь разосраться с какими-то людьми? Поговори про политику, нахуй. Это пиздос вообще. Что не так, собственно? Человек вещал на русском языке, а тут, ой, и уже, блядь, на другом. Чё ж не так-то? Может, делать что хочешь, неправильных языков вроде нет. Так дело не про язык вообще, а про то, что человек изначально вещал на СНГ-аудиторию с русским языком, собрал очень большую базу. Люди надеются, ну, на хороший контент, как ждут, ожидают от человека что-то. А он просто говорит, бля, идите нахуй, учите украинский, нахуй. И все. Потрясающе. Чатик, что-то вы слишком сильно напряглись, по-моему. Я, если что, политику вообще не имею в виду. Политику навязываете вы, не я. Я вам рассказываю про переобувку резкую, а не про политику. Перевозбудились, да, что-то перевозбудились. Награды хуйня. Рейден Фонтейн Пакчамп. Вот тут еще два пакта тоже Пакчамп. Сколько стоит такой билд собрать? Около 2 мирроров. Если самому все крафтить, то можно и за 1.5 уложиться. Бил 10 из 10. Ну, не 10 из 10. Мне у него не нравится, что нет кэнселинга анимации со спелека. Ну и, конечно, он ебейше дорогой, просто пиздец. Это тоже можно в минус записать. Так, это уже конец. Не успела. Азадас. Я, да, симулирую, а что? Приветик. Чё с чатом? Чат, чё с вами? Чат, энкидлингов можно, пожалуйста? Там тот самый ГФЛ шел, кстати, уже видели? Что значит тот самый? ГФЛ с тобой. Ладно. Ладно, смотреть не будем. Сейчас приду, чатик. Хорошо, стоим. Чё-то пинга иногда подпрыгивает. Неприятное ощущение. Что за минуты тикают? Это до подрыва жопы таймер. Почему тогда не в обратном порядке? Ну, пока убиваешь мобов, таймер накапливается. Жопа в безопасности. Классный билд, сам придумал. Ага, в этой игре еще никто не придумывает сам билды. Все пиздят друг у друга, что-то меняют. Не знаю, что это за хуйня, но в твоем контейнере зайду везде диван себе. О, обалдеть. Глядя иногда на билды мотыля, невольно задаешься вопросом, как нахуй до такого дойти вообще можно. Ну, хочется человеку разнообразия, чё теперь. Пробовать всякую хуйню. В игре много всякой хуйни. Хочется попробовать всякую хуйню. Здесь сколько билд такой стоит? Чуть больше 2 миров. В этой лиге за 40 такой себе сет. В прошлом у тебя было больше. Согласен, это мне особо понравилось. Точно не буду челленджи закрывать. На 1000 монеток. В лиг механику на 1000 монеток. Я пробовал лик-механику, а вообще мне не интересно такое. Хуйня какая-то вообще. Я считаю, по моему личному, объективному мнению, этой игре уже нахуй не нужны новые лиги вообще. Каждую новую лигу можно просто заниматься ребалансом текущих лиг, какой-нибудь новый контентик к ним придумывать, и все. Можно больше ничего не делать. Я очень понял, почему перестали старые лиги удалять. Так, последнее, что удалили, это был Пирандус. И то, когда его удалили, это есть ам-ням. В прошлом веке, нахуй. Лично я считаю, что лучше бы делали не ребаланс, а баф лиги по типу Delirium 2. Да. Так, я это имею в виду, да. Инта ЕС, сплит дохуя стоит. Инту ЕС, я бы свой билд поставил. Билд додули, да, билд додули. 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 Звучит как обувь какая-то. Додули. Тип ходули, только додули. Всем привет, я вернулся с пьянки. Нахуя бухал. Модер, алкаш, горе в семье. Мао Цзэдун, 15 век до нашей эры. С нужными людьми для бизнеса. Угу. Бухал с нужными людьми. Ловко. Как в симуле люди 7 волн набивают. 7 волн наград ты имеешь в виду? Ну, это надо суперскоростной, ультраебанутый билд, который туда-сюда, блядь. Так и набивают. Ну, хороший билдачок пойдет.
Я говорю, для меня два минуса. Первое, то, что он ебануто дорогой. Второе, это нет кэнселинга анимации со спеллэка. Не тот пояс, увы. Ебать, ХП скачет. Oh, yeah, is it good? What? Why did you do that? Чё, ты псих? Почему он скаур ёбнул просто? Ты чё, еблан? Почему он просто скаур ёбнул? Ты чё, блядь? Oh yeah, is it good? Пиздец. What? Why did you do that? Аниме в башке, ебать мой хуй, блядь. Es waren 5 Eichobs, die du hast liegen lassen. Und 11 Schleimer. What the fuck? Oh my god, let's go, boys! Упала шмотка, а разревелить нельзя. Oh my... Так, ага. Нормально. Ритуал кормит, все идем в ритуал. Oh, I'm getting trolled, I already read it. Ебать, актёр! Да ну серьёзно? Я выбил амулет! И хедхантер! Что? Это нелегальная хуйня какая-то. Да ну серьёзно? Я выбил амулет! И хедхантер! Что? Что? Клип, пожалуйста! Клип, пожалуйста! Ну все, смотрите, это будет Баттери. Чувак, она стоит, сука. Нарыгала что-то. Оп, два мышбладика. Нормально. Полетели. Hatred! 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 What? What? Oh my fucking god! Oh my fucking god! Oh fuck! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Normal. No! 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 Where did that come? What? What? Yo! What? What was going on? Same thing. Manu! Manu! Ману! Ай, милый! Маны залейте парню! О май год! О май год! Это стрелай! Мультистрайк саппорт! Секс! Секьюр! Фак е! О май год! Фак е! Если закрыть глаза, вот с этого момента можно представить, что какой-то порно какой-то. Мультистрайк саппорт! Секс! Секьюр! Фак е! О май год! Oh, ich liebe dich, Cranky. Ich küsse deine... Ich mach gleich mit dir rum. Крипово выглядит. Ладно. These people had to get their car... Прикинь, ебало тело вот этого, нахуй. Прикинь, ебасос. Там... Охуеть. All you do is grab the candy. No, I'm scared.
Come on. Girls, grab your candy! Did you know that the moon looks different depending on where you are on Earth? If you live in the southern hemisphere, you will see a flipped, upside-down version of the moon. So, this is a little messed up. One of my subscribers made a robot that knows how to unplug itself. It's gonna really hurt, actually. It'll be worth it. Осуждаю на всякие. That is the end of this video. We hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Блять, а нахуя, если ты не хочешь? Ну вообще, у меня примерно такое же ебало было, когда я в лич контент зашел. Поэтому ничего удивительного. Вопрос, как купить? Тут нет кнопки купить. Что, вопросы? Блять, а как тут настройки какие-то сделать? Сейчас сделаем свои настройки. Нихуя он жрет, блядь. Иди нахуй. Это потому что FPS дохуище. Ну и нахуй ты сожрал. Блять, а куда? И, блять, еще раз нахуй. Задрот! Блин, тут сложно. Было. О, а как я, блядь, это порезал? Найс. Заебёшь. Гага изи. Жёстко ебём, блядь. Жри, сука. Всегда под ногой. Разъебет, да? Не, нормально. Ладно, ладно, похавай, блядь. Так, какая-то хуйня началась. Найс. Бля, нахуя? Нахуя ты сожрал, блядь? Вот так вот, нахуй. Да, акт 2, блядь, спидран пошел. Ладно, пусть остановится. Да, блядь. Говно. Увы.
Че-то увы максимальное, блядь. Нормально, хавай, братан. Да ёбаный. Это ваша подушка безопасности, блядь, доверия не внушает, нахуй, да? Да пиздец. Жри. Бля. Тяжелая тяжесть тяжелого кала, блядь. Да, блядь. Вас снимает скрытая камера. Это чё, блядь? Ман. Туда его, блядь. И чё, блядь? Ну похавал, бля, красава, ёбан. Блять, все же было хорошо! Блять, вы если бы были амнямом, вы бы со мной не наелись. Гений. Гений 2 от создателя Гении 1. Да блин. Вы знаете, что такое безумие, блядь? Сука, ненавижу! Жри, хорош! А, чё, в смысле? Гений. Блин. Да, блять. Ебаная звезда дерьма. Блять, давайте попробуем просто пройти для начала, да? Я, блять, вообще что-то. Грейзи. Ну это легенькая. Че так быстро все? Но большая FPS примерно 4 миллиона, я думаю. Хорош! Поймал, блядь, зубчиком правым, левым, передним. Бля, ну музыка, конечно. Нормальная музыка. Получше ваших всяких. Maybe baby, блядь. Бля, ну количество фэпосов, конечно, ёбнутся. Спидран! Если maybe baby в твоем исполнении, то заебись. Ладно. Амням ебался? Амням ты ебался? Мне кажется... Мне кажется, молчание — знак согласия. Все, ладно. Мои мозги на этом закончились. Все, блядь, тяжело, блядь. Все, мои... Сколько там? 70 IQ. Говорят, все, хватит. Пиздец, напрягся, дядя. Так, я, короче, покупал игрушку, которая называется Ford Solis. Мы ее там увидели на какой-то выставке, шмыставке, блядь. Ого, чекнем, что за игра, блядь. А, так. Поставьте драйвер графический. Я сказал no.
Хуй знает, что за игра. Сам не знаю. Нахуя включил? Ну, интересно. Рэнни играл? К сожалению, играл. Ультра кринж. Я вышел, как увидел пистолет. Храбрость не отсутствие страха, а способность действовать ему вопреки. Эй, я тебе говорю хорошие слова, брат! So, you hated it? I wouldn't say hate, I wish he had done more. How could he possibly have done more? They were surrounded by zombies. Regardless, I'm caught up now. So it's какая-то сюжетная игруха, короче. I'm taking my time with this one. Yeah, just like that hole. These weather patterns are getting worse. Most of our jobs now are repairing weather damage. А, это уже играем, нихуя. Jack? You cut off then. What were you saying? The alarm at Solace is triggered. Solace? Не, ну нихуя себе графончик, конечно. Сейчас только немножко мыла уберу. I'm heading down now. We can take the LTV. I need to repair this hull before the storm gets worse. Okay. I can pick you up on the way back. Ебать, ходит, конечно, как в стратыш. А кто с Марса? Там вы все так в страта ходите? I'll finish up here, and then if you're not back in time, I can take the... Серьезная агрегатура. Не, ну графон у игры просто ёбнулся. Это ж еще вроде инди-проект, не? Чат. Jack Leary, senior engineer on route to Fort Solace. The Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Okay, I'm heading to Solace. Keep an eye on that storm. I doubt it'll pass me by unnoticed. Куда едем? Снизу подписано для долбоебов. Для рук, как обычно, нихуя нет. Почему русские субтитры? Solace? Jack Leary here. Entering your perimeter. Do you copy? Solace is locked down. Well, there goes your power theory. Why would it be in lockdown? Maybe, but lockdown seems extreme. Is there no sign of security? No, they must be done for the night. Storm's picking up here. How about over there? Full swing here, so I've hopped in the HTV to keep you company. Lovely. Contact there. Okay. Охуеть, ну выглядит просто пиздец. Игра, значит, по-любому говнище. Блять, чел, ну и ускорься на shift, ёбаный рот. Ты шо, как будто реально обосрался. Access denied. Lockdown in full. I've had this on way too long. Бля, я ждал скримака какого-нибудь. Это не Марс. Это же Марс, тут гравитация. Так на Марсе вроде гравитация меньше, чем на Земле. Нет? Looks like I'm climbing for now. Climbing? Well, the lift's out and the storm's on its way. Roger. Еве. Who's a cool kid? Ай, блядь. A while since I was out. А, надо успеть на Ана же. Ага.
Ага. Ой, блядь. Time to quit beer? More like climbing. I'll head over to the atrium, see if anyone's home. Nothing on local comms? No. Call when a lockdown is triggered. Хуя хакер. Нажмите два раза Е, чтобы жестко взломать дверь, блядь. Oxygen reserves are still active. Well, the backup generator maintains oxygen levels. А тут у игры RTX что ли есть? Вон видно. Следы работы RTX. Сюда, блядь. Заебись, работник. Чела на Марс отправили там, чтоб что-то это побурить, ебать. А ему похуй. Drinking on the job? Nothing wrong with staying hydrated out here. Симулятор хождения в обосранных штанах. В скобочках бегать нельзя. Oh, would you look at that? Is that directed at me? They still use I-5 nodes here. Really? Yeah, we're looking at one now. I'm gonna hold on to it. Так, и чё? Ну вот, у меня есть, блядь, батарея с собой какая-то. Тёлки 2053 года. Ну, эльфийка, наверное. Бегать-то когда дадите, ёбаный рот. Надо было сначала подойти, скачать мапку, а потом только можно вот. Нет, тут нет RTX. Отмена точно по RTX. How's the search going? У нас ГГ, походу, тухет какой-то, блядь. Are we back on this? Какова суть игры? Ходить в обосранных штанах. Обалдеть! Still got it. Сначала подумал, как же модеры быстро строфил в порядок привели, потом понял. Чё понял? Yes, I found a так. Fellow believer of yours. Если через 15 минут что-то не начнется, я манибэкаю эту игру. Как можно было решить не добавлять в игру shift бег, блять? Да ты заебешь. Откройте дверку, пожалуйста. Так открывай. Что ж, игра очень красивая, просто вау, но это ебануто красивый симулятор ходьбы с обостранными штанами, блядь. Это, на этом все. Блядь, чё к чему вообще нахуй? Ладно, тяжело. Манибекус, оформлятус. Так нет, просто что-то... О, пук-пук, ебать, красивая игра, чик-пык. О, блядь, я иду вот так вот, блядь. За скрин я, типа, иду, пиздец, жестко, блядь, иду нахуй. Я, блядь, шо? Опа, пришел, ебать. Час походил, рефанд, заебись. Ланч, привет, помню, ты играл Last Cepoch, как тебе игра в целом? Игруха супер классная, я жду ее релиза. Я играл в нее несколько дней, когда? Ну, относительно недавно, так скажем, да? Относительно чего? Относительно жизни, наверное, я хуй его. Это есть ням-ням. Иланович, привет, залетел на стрим спустя 10 тысяч лет просмотра видео на ютубе. Как делишки, как жизнь, очень приятно слушать и смотреть тебя вживую. Куха, здорово, привет, спасибо, пожалуйста, все охуенно было, пока ты не пришел. Ой, в смысле, шутка, дружище. Это, все заебись, все классно, да.
Пошел я довольненький спать, блядь, гем качнул, блядь, раздрочил, блядь, и я тебе вас говорю, санктум пробежал, диваны насвистели, блядь, что еще может быть лучше? Честь и здоровье, благополучие, завтра продолжаем, киноспорт, киберспорт в описании стрима. Все, давайте, чао-какао.